Ферстаппена. Ох, какой момент! И... Так, ну, главное, чтобы там все было в порядке. Главное, чтобы с пилотом все было хорошо. А Роман Грожан, сумеет ли он продолжить гонку? Да, продолжает. И атака Ферстаппена. Так, что там с парнем? Ну, судя по тому, что не очень там активные маршалы, да, на трассе, там все с ним в порядке. То есть... Да, все в порядке, но вот она, молодость, горячность, да, подвела Макса Ферстаппена. Классно он провел тот эпизод, когда сумел обойти Боттаса, и все там, адреналин пошел, кураж, и затем еще один на больше, еще больше риск пошел Ферстаппен, и в итоге... Ошибка, и мало того, что сам гонку завершил, так там еще, насколько он помешал Роману Грожану-то, а? Роман Грожан на 12-ю позицию в итоге переместился, и ждут здесь Мерседес, ждет кого из пилотов? А вот это интересно. А, ну появление сейфтикара на трассе, и вот он, этот элемент неожиданности. Вот то, что может внести серьезные изменения в гонку. Все, и следа не останется от преимущества Льюиса Хэмилтона над Ника Росберга. Вот это да. Ну, Макс Ферстаппен, конечно, очень жаль, что вот такой момент у тебя произошел. С другой стороны, хочу сказать спасибо за то, что какое-то оживление в гонку вносится за счет вот этого столкновения. Хотя столкновение получилось и с барьером очень жесткое, но Макс Ферстаппен все в порядке. И Роман Грожан, слушаем. Окей, Роман. Окей, damage or not? We are looking, keep going at the moment. It just crashed into you. It's a that just happened. That was stupid. Да, согласен, Роман, это вот стюпид, это было действительно глупо вот так идти на риск со стороны Макса Ферстаппена. Ничего не скажешь. Ну, продолжай в том же духе, продолжай идти, мы следим за ситуацией. Там спросил Роман Грожан, парень-то в порядке, я так понимаю, поинтересовался он, как Ферстаппен то себя чувствует. Действительно, он, наверное, видел там в зеркало заднего вида, что действительно серьезное столкновение получилось у Ферстаппена с отбойником. И, конечно, Роман Грожан тут интересуется, все ли в порядке. Итак, Льюис Хэмилтон на замене резины Суперсофт он получает. Как тут будут обстоять дела после того, как сейфти-кар покинет